друзья! Сегодня я вам покажу аппаратуру Zorro и расскажу, как создать модель и назначить тумблеры. Что, погнали? Ну что, вот так эта аппаратура выглядит. Шикарно, отличный пластик, качественные, точные стики. Подкручиваются, чтобы был меньше ход, то есть меньше будет ходить стик положения. Но я этого не буду делать. Также они здесь регулируются. То есть, я так понимаю, натягиваются пружинки, оба стика. Вот. Тут, короче, кнопочка система, в меню системы заходить. Это назад, типа, вернуться. Это вперед страница, это назад страница. И это колесик выбора. Это вот нажимаешь на него, функция типа самого выбора. Это настройки модели, это телеметрия, это триммеры. То есть, они каждое положение, каждую ось можно подвинуть, чтобы он наклонял стулья в другую сторону. Дальше, здесь трехпозиционный переключатель, свитч, тумблер, здесь двух, здесь кнопочка, здесь крутилочка. С этой стороны та же самая тема, тут у нас находится вот антенка, ее поднимаешь, тут у нас еще кнопочки, две штучки, вот. Здесь находится, как его подсоединить, чтобы внешний модуль, Crossfire, там мультипротокол. Вот. В этой модели у меня встроенный ELRS. Вот. Ну, вроде бы. А, здесь вот еще разъемчики, забыл сказать, да, про разъемы. Разъем зарядки. Это разъем, чтобы батарейку, питание батарейки внешнее питать. Здесь липучка специально еще в комплекте лежит. Мне подсказали, чтобы вешать эту батарейку сюда. Здесь еще один разъем. Это для симулятора здесь будет разъем Type-C. А здесь это разъем для флешки. Вот, то есть вот такая прикольная аппаратура. Здесь вот снимаются эти штуки. Тут находятся батарейки. Сейчас я попробую снять одну такую. Вот так это выглядит. То есть, ну вот. Все, погнали, будем сейчас настраивать эту модель и настраивать трехпозиционный этот тумблер. Начнем. Здесь залиты. Welcome to HTX. Вот. Так. Сейчас создадим модель. Заходим, кнопочку модель нажимаем. Крутим колесик вниз. Нажимаем колесик. Создать модель. Так, модель, создали ее. Нажимаем страницу вперед. Листаем вниз. Вот, мод 3. Ну, это мод, короче, у меня встроенный. Он здесь ELRS. Выбираем, ставлю. Нажимаю выход. Еще. А, не зря. Опять модель. Страница вперед. Еще. До вкладки Inputs. Вот, сейчас мы настраиваем тумблер. Нажимаем. Вот идем сюда, нажимаем. Просто можно тумблером делаешь такие вещи. Нажимаешь, идем ниже. Switch. Нажимаем, здесь выбираем серединку, чтобы типа черточка была. Нажимаем, выходим. Так, идем еще страницу вперед, в миксы. Теперь в миксах настраиваем, что три положения этого переключателя работало. Также повторяем эту операцию. Идем вниз, но здесь вот один момент. Опять свитч. И тумблер в самое нижнее положение делаем. Вот, нажимаем Enter. Выходим. Еще раз. И эту же модель зажимаем. Копируем, копи. Ниже. И заходим в нее, редактируем. Редактируем для чего? Вот свитч вот это у нас стоит копированный, то есть в самом нижнем положении. Вот, мы его сейчас поставим, чтобы типа вот так вот он в это верхнее положение, ну сам тумблер. Вот, и получится, что будет значение эти три бегать, а не одно. То есть вот таким образом это все настраивается. И вот теперь мы смотрим. Все три положения у нас работают. Все, как-то вот так. Ну все. Всем добра. Спасибо за просмотр.